Снял я ролик на держитель. Обычный там оказался болт. Что-то я не знаю, что мне там. Почему мне втемяшилось, что там шестигранник, не помню. Сам не понимаю. Перемудрил, короче. Ну вот он снялся. Крутится он тихо. То есть он, возможно, работал. Вот один из этих клинил. И очень плохо вращался. Я его, по-моему, почистил, продул. Он крутиться стал, но все равно плохо. Сейчас я не знаю. Посмотрим. Новый-то у меня вот этот купленный, а вот этих нету. Попробую поставить, собрать с новым вот этим. С новым ремнем. И со старыми роликами. Что будет, не знаю. Вот. А эти оставлю про запас на всех случаях. Посмотрим. Или попробую, может, на старых соберу. Не знаю. Будем посмотреть.